Югра начинает осуществлять новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Внести изменения в окружной закон, который касается поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, решили сегодня на заседании правительства. Так, выплата в 1005 рублей на ребенка детей в возрасте от 3 до 7 лет вырастет до 7500 рублей. Нововведение вступит в силу с 1 апреля, а насчитанные средства будут с 1 января 2020. Тереза Пономарева, директор департамента социального развития региона, отметила, что речь идет о семьях, имеющих доход меньше установленной величины прожиточного минимума. Ежемесячное пособие будет назначено на условиях социального контракта. В этом пособии предусмотрено действие социального контракта. Со стороны государства это выплата меры социальной поддержки, а со стороны гражданина это приложение усилий для того, чтобы поднять свой доход и чтобы семья вышла на самообеспечение, то есть чтобы их доходы были выше прожиточного минимума. Если члены семьи будут уклоняться от исполнения своих обязательств, в этом случае выплата будет прекращаться.